Всем привет! Вот позади меня Тверской бульвар очень красивый. А мы с Басей сейчас сходили, получили последнюю коробочку наконец за октябрь месяц Эльбокс. Сегодня покажем вам видео, как она выглядит, а завтра снимем с Аней обзор для моего канала про две коробочки Эльбокс. И еще я хочу вам показать, наконец украсили просто очень красиво ресторан Пушкинский. Сейчас я вам его покажу. Вот такой красивый Тверской бульвар. И вот за деревьями просто как бриллианты. Ну, я не знаю, море, океан бриллиантов. Просто до бриллиантов украшен. Ресторан Пушкинский. Один из самых дорогих и самых престижных ресторанов Москвы. Его в прошлом году также украшали. В этом году что-то немножко припозднились. Не знаю, передает ли всю красоту камера, но он весь искрится, весь переливается просто необыкновенными огоньками. Вот, остановилась я. Смотрите, по-моему, красиво. Всем привет! Уже? Уже нас снимают. И не первый раз ты начинаешь так это видео. И что? А я уже с людьми поздоровалась, а ты еще нет. Мама уже вам что-то показывала, я даже еще не знаю что, но она вам что-то показывала. А теперь мы отвечаем на вопросы. Вот, прекрасные вопросы, легкие, прозрачные, на которые быстро можно ответить, они такие интересные. Правда, я не сказала, что по некоторым вопросам надо подготовиться, она сказала, не надо быть такой серьезной, надо быть спонтанной. Я Натали задала вопросы. Любимая ваша страна, любимый актер, актриса, любимая погода, любимое выражение, пословица, цитата, а дальше идут вредные привычки. И странный вопрос. С каким животным вы себя сравниваете? Ассоциируете, да. Вот. Ну, начнем. Начинай. Этот марафон. Начинай. Итак, любимая страна. Любимая страна, ну, это сложный, конечно, вопрос. Но если виртуально, теоретически, то моя любимая страна Великобритания. Еще не будучи в ней. Да. Она уже любимая. Я же говорю, теоретически, потому что я учила язык, потому что я много чего там знаю про эту страну. Она вся такая правильная, все такое там красивое и такое старинное, все из поколения в поколение передается. В общем, она очень интересная, эта страна. Мне бы очень хотелось сказать Россия, и я скажу, Россия моя любимая страна, я патриот. Но я имею в виду культурно, это все родное. А я имею в виду, ну вот какая еще страна может быть любимой, кроме России. И вторая по любимости это, наверное, Испания, потому что мне там нравится все. Там народ прикольный, там еда вкусная, и там есть море. Вот. Ну вот из всех стран, которые мы посетили за свою жизнь, мне больше всего нравится Испания. Я не могу сказать, какая бы мне страна понравилась бы, вот как Аня про Великобританию. Еще не факт, что она понравится. Я, например, всю жизнь мечтала... Теоретически она моя любимая. Я всю жизнь мечтала побывать в Париже. И когда я побыла в Париже, ничего особливого. Второй раз меня туда и не тянет. А Испания мне очень нравится. Там действительно, мне очень нравится культура, мне очень нравятся и исторические места, климат великолепный, все замечательно. Так что вот. Итак, следующий вопрос. Ваш любимый актер, актриса? Ну, сейчас, я не знаю, разочаруем или нет, русских у нас нет актеров любимых. По крайней мере, ну, старый, на данный там, Табаков, момент. Ну, старый, ту-ту. Да, все наши ту-ту. Старые актеры, новых, молодых, мне никто не нравится. Да. А из иностранных, ну, мне очень нравится Брюс Уиллис, мне нравится Том Круз, мне нравится кто? Мне из актрис мне нравится Деми Мур. Кто мне нравится еще? Кто? Кто мне еще нравится? Не знаю. Ты каких ты называешь, которых я даже не знала, что прямо ты не тебе нравится. А это на самом деле первое, что приходит мне в голову. Мне нравится Дженнифер Энистон очень. Она очень прикольная, очень веселая. Мне она очень нравится. Мне очень нравится Хелен Миррен. Хелен Миррен. Это британская актриса.
И я обожаю Мэрил Стрип. Из мужчин американцев я люблю Джека Николсона и, господи, А, я знаю, про кого ты говоришь. Ну, Роберта Де Тутси. Ниро. А, я думала, А, Тутси. да, Дастина Хоффмана люблю. Но это тоже не молодые Не актеры. молодые. Из молодых, вот честно, я считаю, что все такие бесталанные. Ну, ладно тебе. Может, они Мне звезды? нравится Ян Сомерсхолд, и мне Ой, я нравится таких слов Александр не знаю. Скарсгард. Ну, просто потому, что они очень красивые, Не сексапильные. знаю. Просто, ну, нельзя, чтобы не понравился мужик 2 метра ростом, похожего на скандинавского бога. Просто вот не может Мне он не такие никогда понравиться. не нравились. Ну, чисто вот как актер. Не знаю. Слушай, А. как актер точно он мне не Да понравится. ладно, он прикольно сыграл в этом клипе с Леди Гага. Вот, а Вот. еще мы обе любим. Она просто Я забыла. сказала Колина Брюса. Фёрта мы любим. А еще Да. я очень люблю Пирса Броснана. Да, мы можем продолжать это долго, так Да. что давайте дальше. Любимая погода. Вот Аня четко знает, какую погоду она любит. Тепло, можно даже жара. Я буду рада. Ясная погода, жаркое, теплое, все лучше, чем холод. Я очень люблю весну. Ну, такое вот не начало слякотное, а хорошее такое в мае весна, в июнь. Несмотря на то, что у Ани день рождения в июне и вечно на ее день рождения холод, все равно я... Мы по этим влогам будем сверять теперь. А Мы будем что? продолжать снимать влоги, и мы будем каждый раз 18 июня сверять, какая погода. Ну, это на самом деле закон природы. 18 июня всегда холодно, и мой день рождения 13 августа тоже всегда холодно. Ну что, что? Ужасно. Ну и что? А между этими двумя счастливыми событиями прекрасная погода. Я жару не И люблю. в мае тоже прекрасная Когда погода. в июле там 35-37 градусов Да бывает, я уже не не люблю было ни такой. разу 35-37. Ну, конечно, и жара была, и мы горели еще в это Ну, время, это да. умирали. Так, Вот, вот любимое выражение, пословица или цитата? Тогда я скажу. Я давным-давно живу под девизом «Ленив до самозабвения, трудолюбив по необходимости». Это выражение из всем известного спектакля, пьесы «Женитьба Фигаро» или «Безумный день». Вот на самом деле я такой человек, если бы мне, может быть, и не надо было зарабатывать или там делать какие-то телодвижения, я бы, наверное, ничего и не делала. Вот, наверное, так. А у меня любимое выражение написано ВКонтакте. Кто хочет, может залезть и посмотреть. Я знаю. Танцуй, чтоб тебя... Я видела недавно ролик. Парень снял своего соседа, когда тот мыл пол под музыку и танцевал. Но он танцевал очень хорошо. Никому не А что... рассказывай. Все идем ВКонтакте и смотрим. Да, но там еще до этого что-то написано было. Да. Так что, ха-ха. Следующий. Следующее. Вредные привычки. Я не курю, практически не пью, я ем. Я люблю кушать. А еще я люблю смотреть сериалки всякие. Я думаю, что это самые вредные привычки мои. Я святая. Я ангел. У меня нет вредных привычек. Вот так вот. А что? Не пью, не курю. Кстати, и другими вредными вещами не Ты занимаюсь. очень самокритична. Да, я вот такая. Так, и странный вопрос, с каким животным вы себя сравнили бы? Вы знаете, я помесь. Насколько странный вопрос, настолько странный ответ. Я помесь лемура с пантерой. Я даже не знаю, кто я. Вот кем бы я
Могла себе представить. Я могу сказать, почему я так говорю. Потому что мне люди говорят в один момент, что я похожа на лемура, а в другой момент, что я похожа на пантер. Ну, потому что у тебя вот такие глаза. А с другой стороны, я такая... А ты скажи, на кого я похожа, вот как ты считаешь? Вообще без понятия. Я Натали. Это был очень сложный вопрос. Мама, да. Вот, между прочим, 5 минут сидит и думает, на кого она похожа. Потому что надо было готовиться к вопросам, а не так просто сразу их кидать. Ну, в общем, мне кажется, что я на какого-то журавля или на цаплю похожа. Боже мой. Да. Никогда бы не подумала. В процессе вот этого всего решения, принятия решения... считает, что я похожа на какую-то дикую кошку. Или... На помесь дикой кошки с йоркшир-терьером. Вы понимаете, насколько это страшно? На какого-то... На... Вот так, серьезно. На птицу на длинных ногах похожа, хотя я внешне не похожа. Но ты ассоциируешь себя с цаплей. Я просто никогда не задумывалась над этим. А, кстати, недавно я проходила тест... На какое животное вы похожи? Я почему-то дельфином оказалась. Ты дельфин! Да, только с водой, не знаю. В общем, как-то так. Ну, что еще говорим сегодня? Итак, очень важное объявление. Видео сегодняшние, мои видео на моем канале выйдут вечером, потому что интернет очень у нас быстрый. И поэтому к вечеру, я думаю, они выйдут. Вот. И за что мы благодарны сегодня? Моё видео точно завтра будет. Днём. И за что мы благодарны сегодня? Я благодарна сегодняшнему дню за то, что я оказалась сегодня такая организованная. Я очень много дел всяких понаделала. Покажи. А что это? Мы с Басей получили коробочку. Эльбокс, которую мы ждали, чтобы на мамин канал снять. И завтра мы будем снимать. И Бася сразу такая деловая пришла. Конечно, она же получала коробочку. Она за коробочку получала. Но коробочку получала. Вот, так что день сегодня замечательный. И я ему очень благодарна. И, кстати, сегодня... Несколько дней я откладывала. А сегодня все ваши вопросы... Я свела в один файл, и теперь мы все это, у нас все организовано, у нас все продумано теперь. Ни одного вопросика не пропустим. А я очень благодарна за маму. Мама мне сегодня, меня сегодня так обрадовала, у меня было плохое настроение, я ей написала об этом. Она говорит, ты приходи домой, я тебя все равно покормлю. И стало такое хорошее настроение, и все вообще прекрасно вокруг стало. Так что я очень благодарна за маму, и я очень благодарна за то, что я могу спать в своей кроватке со своими подушечками. Я очень благодарна за то, что у меня есть где спать, потому что я очень люблю спать, и спать любит меня. Но периодически нас разлучают, правда, но главное, что мы встречаемся на очень и очень удобной кроватке. Так что вот это те вещи, за которые мы благодарны. И теперь ждем от вас благодарностей. За что благодарны вы сегодняшнему дню? И попробуйте ответить на все вопросы, которые мы сегодня осветили. Так что это будет очень прикольно. Да, вот, кстати, вы все молодцы. Вчера не было вопроса про игрушки. Но вы все написали, и классно так и написали. Сегодня тоже выберите, на какой вопрос вы хотите ответить. Да. Особенно последний. Подумайте. Какой? В смысле, про животное? Да, это очень серьезный вопрос. У меня почему-то в голове только два животных серьезно стояли перед глазами. Кошка и собака, больше никого. Потом Аня сказала, ну на слона ты точно не похожа. А мы вас очень-очень-очень-очень любим. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко. Целуем, обнимаем. И до скорой встречи. Надолго не прощаемся. Желаем вам доброго утра, счастливого дня и спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.